Радио Z. Но он с Балтик Плюс на 105.2 конкурирует. Это радио Z. У него 120 киловатт. 100... Ой, вру, да, радио Z. 120 киловатт, ну да, схващено, это схващено. Общежитий. В них студенты смогут заехать в конце 2020 года. Новый ректор БФУ Александр Федоров считает, что высокий процент зачисленных из других регионов открывает возможность детей и их родителям. Будут проводиться и мониторированы на несколько